корявым, правда. У Чафика, Чафика 40 баллов. Чафик. Ну, давайте же посмотрим на Брайана. Мы дождались этого момента. Я думаю, что многие именно ради этого момента здесь сегодня и собрались. Может быть, мы собрались бы ради Чафика, но просто мы его не знали. Теперь мы его знаем. Итак, Брайан Жубер. Однажды в Мексике. Жубер, Жубер. Понятно, что оттанцевал он свою программу, конечно, не хуже, чем Амодио, я имею в виду, у них же одинаковая тема «Однажды в Мексике». Но настроение на стадионе царит довольно-таки тоскливое, потому что все ждут от Жубера прыжков, а не танцев. А прыжки сегодня, думаю, превратят его оценку в нечто в очередной раз унизительное, особенно в плане техническом. Печально. Это показывает его тройной аксель, но и он, видите, без выезда остался. Сразу перескочил. Клубчик нам покажут, покажут. Их там еще и недокрут. И одинарный тут вот зачем-то еще прибавил. Брайан
Ну, Луц, он и, как говорится, в Париже Луц. Удивительное дело, конечно, вот этот Брайан Джубер. И ведь сам же обожает соревноваться, сам любит нерв, любит быть спортсменом, любит идти на эти прыжки и умеет их, в принципе, делать. Антонио Нахарро, Вероник Гуйон. Самый большой букет, конечно же, у Жубера. Понятно. Ну, помните, как на китайском этапе там он с огромным количеством игрушек был. Невероятно. Ну, оценки, оценки. Как будто судьи не хотели бы ему поставить что-нибудь хорошее. 30 баллов за технику. 30 баллов – это чуть больше, чем у Ковалевского и Золтана Келлемена. 30 баллов за технику. Ну, 36 за компоненты – это столько же, сколько у Амодио, чуть меньше, чем у Кадзуки. Чёрт побери.